Очередной совет градостроителей. На рассмотрении 4 эскизных проекта. В центре внимания новые многоквартирные дома и даже микрорайон. Проект дома по адресу Комсомольский, 48, утвердили. Сегодня участок для его постройки уже готов. В планах возвести здесь высотку в 17 этажей. Архитектор и застройщик создали также проект целого квартала, который потенциально может появиться в этих границах. Этим домам уже 100 лет. С 1917 года здесь был пожар, и дома уже все гнилые. Люди заваливаются. Вот на углу дома он вообще уже покосился весь. На градостроительном совете у специалистов возникли вопросы. Во дворе запроектирована полуподземная парковка, на крыше которой будут детские и спортивные площадки. Их обязательно озеленят. Можно уже выращивать крупномеры на кровлях. При этом не затапливать гаражи. Озеленение кровель – это современная тема. И технически эти вопросы Западом проработаны, наверное, лет 30 назад, Москвой проработаны лет 10 назад, нами сейчас будут прорабатываться. Вопрос озеленения должен быть стратегическим, как и проблема ветхого жилья. Архитекторы и урбанисты уверены, ветхий частный сектор портит не только облик центра города, но и условия жизни барнаульцев. Потому многоэтажки должны появляться. Жилой дом простоял, допустим, 50, 60, 70 лет. За 70 лет у него 70% износа. То есть его надо сносить. Поэтому и администрация города, и инвесторы, они ищут пути, способы, как купить, приобрести вот этот ветхий жилой фонд. Новый дом на Комсомольском проспекте будет. Точных сроков сдачи объекта пока нет, но после его появления станет известна судьба всего квартала. Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.